Спортивная площадка в сердце поля, ринг в одном из павильонов агрофорума. За всю историю Дней Сибирского поля такое организовано впервые. Хотя идея зародилась год назад, во время чемпионата России по кикбоксингу, который проходил в Барнауле. У нас приехало очень много представителей первых лиц разных регионов, а также Виктор Петрович Томенко. И когда на финалы приехал Межин Сергей Анатольевич, смотрели финальные бои. И в этот момент как раз у нас родилась идея, что можно добавить площадки именно День Сибирского поля. Она отлично работает, как власть и бизнес. И мы решили добавить еще здесь спорт. Организация началась за 30 дней до наступления Дня поля. Ну, успешно справились. Я думаю, что результат налицо сегодня. Большое количество обратной связи мы уже получили по брендированию, по арт-объектам, по хедлайнеру. У нас будет выступать Николай Емелин с высокопатриотичными песнями. Я думаю, что публика будет довольна. И приятно радовать такой кластер, как сельское хозяйство. Показательные бои 12 лучших бойцов страны в средневесовой категории. Противник нашего земляка, мастера спорта Александра Бурова, один из лучших кикбоксеров. Спортсмен из Красноярского края Кирилл Хизовец. Первый раунд мы друг друга присматривались, кто как, ну, свои моменты нужно там понимать тоже в первом раунде. Вот во втором раунде же начинали разгоняться, и к третьему вот всего себя отдали. Полностью отдаваться своему делу – стратегия, которой придерживаются и алтайские аграрии. На каждом производственном этапе – от выбора семян до сбора урожая. Сельхозпроизводители, с одной стороны, вдумчиво, с другой – не без азарта конкурируют. Правда, не столько между собой, сколько с внешними обстоятельствами. Я думаю, даже фермерство – это самый захватывающий вид спорта. Молодцы, ребята! Фестиваль. Ну, потому что спорт – это борьба, фермерство – это тоже борьба. Только за урожай, за... За погоду, за цены и так далее. Каждая упорная борьба вознаграждается у спортсменов признанием и кубками, у фермеров богатым урожаем. Вклад и тех, и других в конечном итоге ценен землякам. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.